Амельянченко Алексей Андреевич, 53-го года рождения, имеет два высших образования, оканчивал также техникум автодорожный, начинал работу, свой трудовой путь с водителя, длительное время, большую часть своей жизни отдал службе в органах внутренних дел, работал в Пятихатском отделе, районном отделе, раньше еще называлось внутренних дел милиции. В подчинении было более 90 человек. Работал также заместителем генерального директора по безопасности на частной фирме. Ну, судя по всему, готов работать руководителем. По состоянию здоровья нет сомнений никаких. Алексей Андреевич. Данные как реально на сегодня. Практически только на бумагах. Абсолютно никакого производства нету. Условий для работы людей нету никаких. Стены линия, отопления нет, воды нет. Ничего не изготавливается, никакая продукция. Ни мешки, ни мешки. Печать вот нашли? Нашел такой. Значит, недомовение, ну, своего производства никакого. На сегодняшний день живем, производство живет. Не живет, а выживает, можно сказать так. За счет копания могил. Вот это и все. Однако. За счет того, что копаем. Алексей Андреевич, я знаю, тяжелое вам досталось наследство. Вы первые дни работы уже мне поставили вопросы, то есть вы ознакомились с ситуацией. Ситуация, я так понял, плачевна даже больше, чем мы думали. Да. Александр Андреевич, вот. Ну, что я могу сказать? Одна задолженность. Приятель, у меня вот анализ, я не буду пока его разрешать. Да, да. Больше да. Вопросов, чем ответов. Сейчас, я знаю, вы работаете по поиску помещения там. То есть мы включились с первого дня работы. Да.